Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Никий. Никий около 469-413 года до нашей эры, афинский государственный деятель и военачальник. Никий добивался прекращения Пелопоннесской войны, и ему действительно удалось заключить временный мир со Спартой в 421 году. Несмотря на нежелание Никия, его избрали командующим походом афинян на Сицилию. Поход оказался неудачным. После того, как греческий флот был разбит у Сиракуз, Никий попытался отвести корабли обратно в тыл. Однако путь оказался отрезанным. Никия в результате казнили, а другие пленники умерли мучительной смертью в сиракузских каменоломнях. Фукидид и Плутарх восхищаются выдержкой и достоинством Никия, хотя, по-видимому, его плохое здоровье и отсутствие уверенности в победе не способствовали успеху мероприятия. Ну вот так вкратце о Никии, афинском государственном деятеле и военачальнике. Пока-пока, до свидания.